24 июля церковь празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая княгиня Ольга была супругой киевского князя Игоря. Русь в то время была языческой, хотя в некоторых городах уже было небольшое число христиан. В 945 году от рук древлян погибает муж Ольги, князь Игорь. Древляне посылают княгине послов с предложением выйти замуж за древлянского князя Мала. Из летописи известно, что княгиня Ольга жестоко отомстила древлянам за смерть мужа, расправившись с послами, затем со знатными древлянами. Кроме этого, княгиня Ольга осадила столицу древлян и, хитростью устроив пожар в городе, вынудила защитников сдаться. Все эти жестокие поступки характеризовали княгиню Ольгу как язычницу, поступавшую по обычаям и законам своего времени. После победы над древлянами Ольга стала соправительницей при малолетнем сыне Святославе. В 954 году княгиня посещает Константинополь с большим посольством. Возможно, знакомство княгини с христианской верой произошло еще до этого, потому что Киев нередко посещали византийские купцы, бывшие христианами. Но именно в Константинополе княгиня Ольга принимает крещение и возвращается в Киев уже христианкой. Жизнь княгини полностью изменилась. Хотя она не смогла убедить принять христианство собственного сына, ее выбор оказал большое влияние на внука будущего святого князя Владимира, крестителя Руси.